Сегодня в Баку на Национальной гимнастической арене завершился первый день финалов по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике. Было разыграно 5 комплектов медалей из 10. В соревнованиях среди мужчин в вольных упражнениях золотую медаль завоевал литовский гимнаст. Лучшим на параллельных брусьях стал Робин Лиу из Китая, а первое место в состязаниях на кольцах занял греческий спортсмен. В женском зачете же Кубка мира состоялось 2 финала. Золотой награды в опорном прыжке удостоилась опытнейшая Оксана Чусовитина из Узбекистана, тогда как украинская гимнастка Диана Варинская завоевала золото в соревнованиях на разновысоких брусьях. Напомним, что финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 19 марта. На турнире, проводимом в Баку уже во второй раз, выступают спортсмены из 23 государств.